А инспекторы Государственного административно-технического надзора совместно с активистами из «Молодой гвардии» провели очередной рейд по несанкционированным парковкам. Большое скопление машин на газонах было отмечено на Фабричной 2 и около молодежного клуба «Навигатор» на улице Серова. Инспекторы напоминают жителям, парковка на газонах является нарушением закона Московской области, а это значит, что автовладельцы, игнорирующие правила, будут подвергнуты административному взысканию. Данные рейды проходят неоднократно. В постоянном режиме мониторим ситуацию по городу и привлекаем к ответственности нарушителей.